350 лет назад Всеповолжье полыхало. Шла крестьянская война под руководством казака Степана Разина. За несколько месяцев он со своим многочисленным войском захватил на своем пути все города. 4 сентября струги разинского войска подошли к Симбирску. В течение сентября 1670 года город был в осаде. Финальный бой произошел в октябре на берегу Свияги. Дело в том, что здесь был первый бой, потому что Степан Разин, когда узнал о том, что царские войска со стороны Казани выдвигаются в сторону Сибирска, то он послал сюда отряд передовой для того, чтобы максимально задержать царские войска. И вот именно на этом месте, вот на берегу Свияги, как раз вот здесь, ну, радиусе, может быть, 250-300 метров. И прошло сражение передовых сил, вставших с разинцами. В том бою на стороне разинцев сражались казаки мостовой Слободы, переведенцы из села Федоровское. Сейчас трудно сказать о численности погибших. Согласно данным краеведов, за месяц, пока шла осада города, войско Разина увеличилось до 20 тысяч человек. Большинство из них погибли во время сражений под Симбирском. 350 лет назад здесь как раз происходило сражение между войсками Степана Разина с царскими войсками. И как раз наши предки, наша мостовая же основана 370 лет назад, вот как раз наши предки тоже участвовали в этом сражении. И, конечно, то, что вот сейчас здесь происходит, это, считай, должно везде такое происходить, потому что память она должна быть. Одним памятным знаком руководство территориально-общественного самоуправления не собирается ограничиваться. В дальнейшем на этом месте планируется разбить сквер, сделать его охраняемой зоной, таким образом увековечив память погибших 350 лет назад земляков. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Управда ТВ.